В Гренландии продолжается поиск пропавших без вести в результате землетрясений и последовавшего за ними цунами, которые накрыли остров в конце прошлой недели. По неофициальным данным, после двойного стихийного бедствия неизвестна судьба 4 человек. Сильнее всего от непогоды пострадал населенный пункт Ногатиак на северо-западе Гренландии, где проживает всего 84 человека. По информации полиции, 39 из них были эвакуированы.